Наглядное сравнение первого и второго издания серии гравюр Джованни Батисте Пиранези, пожалуй, самой загадочной и известной работы автора. Официально название на сегодня – «Воображаемые тюрьмы. Фантастические изображения тюрем», несмотря на то, что в архивах Рима эту работу называли «Тюрьмы изобретательства». Гравюры второго издательства сильно отличны от первого издательства. Пожалуй, стоит уделить большое внимание этому факту. В 1761 году серия гравюр была переиздана в количестве уже 16 листов, в отличие от первого издания с 14 листами. Несмотря на то, что в обоих изданиях у гравюр отсутствовали названия, но во втором издании, помимо основательной переработки изображений, работы получили порядковые номера. Пиранези переработал гравюры первого издания и добавил в серию два новых изображения. Переработанные листы стали мрачнее и сложнее, были добавлены новые детали и надписи. Сравнения составлены в строгой последовательной нумерации относительно второго издания.